такие рыбалки закаляют. И все же в тепле. Это и отличает тебя от рыбака-любителя. В дождь, в снег, в холод. Ты на водоеме. Подгадываешь ключи. Уже совсем скоро в наш край придет зима, и водоемы скуют льдом. Не теряя последних теплых деньков, мы посвящаем их рыбалке на домашних водоемах. Сейчас будет. Основными объектами поздней осени для спиннингиста на Авачи является голец, а также осенний кижуч. Место обитания гольца очень предсказуемо. Это песчаные, а также каменистые косы, примыкающие к аномалии дна. Генетически больше? Развязала одну. Что я? Беги. Давай показывай, где клюет, лисенок. Где клюет? Там клюет? Пошли. Пошли рыбачить. Поздней осенью голец мало активен, и поэтому я применяю минимальные груза на джиговой оснастке. Вот это гольцман! С понижением температуры спиннингист сталкивается с небольшим рядом трудностей, например, обмерзание шнура. Как этого избежать, смотрите далее. Для того, чтобы шнур не обмерзал зимой, нам необходимо масло после душа Johnson's Baby с розовым колпачком. Для этого мы берем масло и обильно поливаем его на шнур катушки. Как оно пропитывается, мы чуть-чуть катушечку поворачиваем и снова поливаем масло. Пропитав весь шнур, мы оставляем катушку на ночь. Ух ты! Молодец! Это у нас то, кунжак? Кижуч? Красавчик. Вот Ромка молодец. Ну, я говорю, после этого розыгрыша с тобой я понял, как ловить на джиг. Ну, очень приятно, что кто-то понял, да? Что мы с тобой разрыбачили, да? Если голец предпочитает отмели, то кижич тяготеет к ямам, а также закоряженным глубинам. Мне кажется, когда в этой яме нет стелек. Вообще хорошо рыбачить.
Здравствуйте. Взял в такой фазе полета, когда которая это тоже примыкала к приземлению. Я такой думаю, что-то как-то дно так мягко было. А это он, короче, ее втащил. Что, втащил? Что, на сколько он? Что-то понять не могу. Во! Ром, снимешь на айфончик? Аргументы и факты. А так, если честно, все по-честному, понимаешь? Ах, запутал, конечно. Мощно. Пошел.